Сейчас перед вами появится девушка с невероятной фигурой, с шикарными, эстетичными, привлекательными формами. И это Оля. И вот она идет. И в чем же секрет таких... Привет. Да, привет. Привет. Да, в чем же секрет таких потрясающих форм? Наверняка ты иногда дома можешь позволить себе и в зале, и дома, где бы ты ни находилась, ты стараешься заниматься фитнесом, правильно? Да, обязательно. И сегодня мы покажем вам третий уровень программы для девушек, для дома. Как я уже рассказывал, одна и та же программа всем не подходит. Почему многие занимаются по программам из фитнес-журналов, из интернета и нет эффекта? Программа не соответствует уровню подготовки. Поэтому, если вы не знаете, какой уровень программы вам нужен, давайте я подберу вам его лично с помощью консультации в скайпе. Если же вам нужен самостоятельный вариант решения проблемы, начинайте с первого уровня, который есть на моем сайте, потом второй уровень. Ссылка на раздел «Бесплатные программы для дома» в описании к этому видео, под видео. А сейчас мы начнем третий уровень программы. И первое упражнение, которое у нас будет, это приседание сумо с жимом гантелей. То есть сразу два упражнения в одном. Мы и тренируем плечи, чтобы они были более упругими и чтобы у них было поменьше жира, чтобы был красивый внешний вид, чтобы, если у нас платье открывает плечи, чтобы не было стыдно. Все должно выглядеть эффектно. Мужчины воспринимают девушку в целом. Не только нужно качать одни ягодичные мышцы и все. Хотя, конечно, это очень важно. Выполнив разминку, мы должны сделать упражнение с гантелями по 3 килограмма. Это не так уже много. Подожди, гантели бери правильно. Подойди, спина прямая, и ногами их возьми, присядь. Вот, так правильно брать гантели, и так вы не травмируете поясницу. Теперь чуть-чуть расставляем ноги в стороны, еще чуть-чуть так. Широкое положение ног позволяет нагрузить внутреннюю часть бедра. Берем как бы на бицепс гантели и начинаем выполнять работу. Присед глубокий. Встаем и делаем медленно жим. Через стороны вверх, через стороны вниз на бицепс, как бы, потом остановка присед. Это все делается не одним движением. Когда мы закончили присед, только тогда начинаем жим. Когда закончили жим, мы начинаем присед. Очень качественное выполнение, но только вид сбоку поможет нам понять, что мы хотим. Поэтому мы сейчас повернемся. Можно лицом ко мне, к сожалению. Так, одна нога почти касается, так. Почти касается стены. Может, чуть-чуть уже положение ног, да? Да. Вот, ну все, давай. Взяли и очень красиво голову наверх на меня, смотрим на пальчик. И встали, и выпрямились, потом уже жим. Не смешивай два движения. Одно движение полностью присед. Выпрямилась. И полностью жим. И последний раз. На бицепс. Глубокий присед ягодицы назад, встали, выпрямились, и тогда уже полностью жим. Да. Попробуй последний, чтобы уже точно запомнить. Присед, полностью выпрямилась, и только тут жим. Теперь приходим в исходное положение и делимся своими впечатлениями. Кладем гантели, тоже правильно, приседом, приседом. Вот, правильно положили гантели. Ну что, почувствовалось? У меня почувствовалось, только, конечно, для меня этот вес немного мал. Но если сделать 15 раз, то почувствуется такая хороший разогрев. Да. То есть для третьего уровня с нуля, если начинать, если мы конечно занимаемся всего месяц, ведь комплекс рассчитан на девушек, которые, например, хотят с нуля начать дома и уже через месяц-полтора увидеть улучшение мышечного тонуса, более стройное тело. Конечно, так как Оля приседает в зале со штангой уже до 50 килограмм, для нее это... Оля находится на уровне уже где-то, грубо говоря, там 30-м, да? А мы сейчас проходим третий уровень. Но вы все видите, чего можно добиться, каких форм. И мы переходим к упражнению номер 2. Второе упражнение нашей программы – это выпады с подъемом на бицепс. То есть опять две группы мышц прорабатываются одновременно. Ягодичные мышцы и бицепсы рук. Но чтобы получить большие бицепсы, нам нужно делать с гантелями по 30 килограмм. Поэтому по 3 килограмма на девушке будет оптимально, да, оптимально. Вообще в будущем может быть, конечно, и по 5 килограмм, но пока нам это не нужно. Итак, техника очень простая. Этот ролик нам еще понадобится чуть позже. Мы стоим, делаем шаг вперед, спина ровная, делаем выпад, толкаемся пяткой. Поехали. Выпад и назад. Чуть назад отойди, чтобы полностью попадать в
камеру для наших зрителей любимых. Еще шажок. Другой ногой. Стала назад. Когда закончила движение, бицепс. Два. Плавно, не размахивая руками. Опять второй ногой. Толчок пяткой. Приняли исходное положение. Только после этого бицепс. Точно так же, как в предыдущем упражнении, не смешивай два движения. Я отхожу, и ты работаешь на меня. Лицом ко мне. И мы работаем. Шаг на меня, смотрим вверх. Возвращаемся, останавливаем. Бицепс плавно, медленно, без раскачки. Следим за осанкой. Шаг, толчок пяткой. Бицепс. Старайся, чтобы нога сгибалась в конце под прямым углом, а не под острым углом. То есть колено, чтобы... Вот сейчас хорошо, обратите внимание. Ничего страшного, зато колено правильно поставила. И назад. Так, еще. Хорошо, и последний раз. Не спеши, не спеши. Угу. Все, разворачиваемся лицом к зрителям. И ставим гантели правильно. Ставим их на пол. Ну, вовремя спохватилась. Вот, значит, ребята и девочки, дело в том, что это третий уровень. То есть для начинающих, те, кто еще не делал это упражнение, нужно пройти первый уровень программы, потом второй, иначе вы можете получить травму. Но если вы уже отзанимались, честно, 4 недели по предыдущим программам, уже пора начинать делать такие более сложные упражнения. Они хорошо выматывают, сжигают много жира. Если вы в каждом упражнении сделаете 3 подхода или даже 4 подхода по 10-15 повторений, и не будете делать очень большой перерыв между сетками, вы почувствуете классный разогрев к концу занятия. И мы продолжаем нашу тренировку. Можно до бесконечности смотреть, как течет вода, горит огонь, и как прекрасная девушка напряженно тренируется в домашних условиях, пока ты сидишь на стуле с сигарой или кальяном. Да, но это мои фантазии, на самом деле все намного прозаичней. Тренер смотрит, Оля пыхтя, делает пресс, спину и грудные мышцы одновременно. В этом упражнении работает сразу несколько мышечных групп. Это же супер. Попробуй, возьми. Девочки, если не будет получаться, ничего страшного. Сделайте, как Оля, частичной амплитудой. То есть не до конца. Поехали. Давай, раз и обратно. И сели, да. То есть, несмотря на то, что мы полностью не вытягиваемся, ну, почти полностью, да? Угу. Но пресс очень хорошо работает. Работай, работай, Олечка, конечно. Я думала, можешь раз 50 сделать хотя бы, или 100. Хотя бы. Ну, еще разочек. Давай, старайся ровненько катить валик по ровной линии, тогда будет легче. Все, сядь. Тяжело. Ну что, тяжело? Да, это тяжело. Девчонки, ну давайте начнем, допустим, с 3 подходов по 3-4 повторения. Потом через 2-3 недели у вас уже будет получаться по 10 повторений. Ничего страшного в том, чтобы сделать 3 по 3 или 3 по 5. Не обязательно делать 3 по 15. И опять-таки, если вообще тяжело, начните с очень коротких движений. Можешь несколько коротких движений сделать? Допустим, короче, чем ты делала. Угу. Вот так, поехали. Частичная амплитуда. Это все-все-все и назад. То есть начинаете медленно, короткие вот такие движения, по 8 раз, допустим. Так легче, да? Да, намного. Вот, намного легче. А уже когда появится сила мышц, тогда все уже будем дальше раскатываться так, как это делала Оля, почти полностью. И вот такое упражнение тоже выполняем номером 3. Итак, мы начинаем тренировать грудные мышцы. Это очень важно, потому что большинство девушек все-таки наблюдают, что при тренировках груди она улучшается. Конечно, некоторые люди думают иначе, не буду показывать пальцем. Например, Оля грудь тренировать не любит, но сегодня ей придется. Ну, Оля, и так все хорошо. Поэтому она становится в упор руками и показывает, как качать грудь в домашних условиях девушки. Смотрим на меня. Как будто бы я всегда тут сижу с вами. И о, великий тренер. Отжимаемся. Смотрим и молимся, да? О, великий тренер, да. Раз, посмотрели на меня. Два, то есть поднятая голова позволяет вам позвоночник делать прямым. Ягодицы сильно не выпячивать. То есть чуть меньше даже. Видишь, так сложнее, чувствуешь? То есть и не проваливать вниз попу, и не выпячивать ее назад. Иначе будет неправильно. Все. Можешь наслаждаться. Я вижу, ты могла бы легко отжаться сейчас 15 раз. Для тебя сколько, ничего, да, ничего не стоит. А с прямых ног сколько? Раз 10, не больше, да? Ну, 10-12, я даже сказала. То есть вот 10-12 раз должна отжиматься девушка, которая находится в хорошей фитнес-форме с прямых ног. А можешь показать пару раз с прямых ножек? С идеальной техникой. Попу не выпячиваем
и попробуй. И наверх голову, вот раз, и еще разик. Вот так вот, спасибо. Я вижу, что ты можешь. То есть вы видите, вот такого результата нужно как минимум добиться, чтобы не быть там культуристкой, бодибилдершей, а просто быть подтянутой, стройной девушкой. Да? Да. Поэтому цель у нас поставлена. Пока что отжимаемся с колен, но через месяц мы перейдем, по мере того, как я буду усложнять уровень тренировок, ведь мы занимаемся в домашних условиях вместе, я ваш тренер, и я вам буду давать все новые, все более сложные и более эффективные программы. И обязательно каждые 2-3 недели менять программу, заходить на сайт и получать новый уровень. И максимум удовольствия. Максимум. Кстати, насчет удовольствия. Что там у нас дальше идет? Все. Я довел Олю, и она лежит в бессознательном состоянии. А нет, она симулирует. За это мы будем жестоко наказывать и наказывать тренировкой пресса. И сегодня упражнение в нашем физкульт-меню – это складочка с согнутыми ногами. Вам крупно повезло, потому что с прямыми ногами намного сложнее. Итак, мы берем, напрягаем пресс, поднимаем голову и одновременным усилием притягиваем колени одним движением и вытягиваем руки. Раз. И ложимся. То есть тут нужна координация движений, тут нужна синхронность. Работай, работай. У тебя в твоем распоряжении еще много пленки у нас, мы еще можем час снимать. Я думаю, я могу дольше отдыхать. Нет, отдыхать уже все, вообще нельзя будет никогда. Давай. 3, 4, продолжаем. 5. Приз чувствуется? Да. Повезло тебе. Давай, 6. Давай, вот сделаешь 10 раз, получишь приз. Ух ты. Еще два упражнения стоя. Можно я 20 и 2 приза? Да, тогда еще и будет бицепс и трицепс. Как раз 2 приза. Еще покачаем сейчас. Ага. Ну что? Ну все, достаточно. Запоминайте, девчонки. 3 подхода по 15 раз. Ну, конечно, вначале такое упражнение покажется вам сложным. Мало кто будет справляться с одновременным движением. Ну и так как это уже 3-й уровень, уже опытные физкультурницы с нами. Должны уже справиться. Дамы и господа, мы не просто так в таких экзотических позах. Все дело в том, что мы сейчас будем качать трицепс. И Саша тоже. Саша, пройди к маме, пожалуйста. Бывает. Знаете, съемка, тренировки все-таки в домашних условиях, сами понимаете. Действительно. Все должно быть естественно, так же, как у вас дома, в принципе. Поэтому ты должна качать трицепс. Да. Я не просто так стою возле этого стула, чтобы быть поближе к такой симпатичной девушке в домашних условиях. А потому что у вас должна быть опора надежная, иначе вы можете упасть и травмироваться. То есть отжимаетесь от надежной опоры, либо кто-то держит стул, либо он надежно закреплен, там, прижат к шкафу. Этот стул может поехать, вы можете потянуть себе трицепс. Поэтому показываю, что надо делать. Мы беремся руками за стул, ноги на пол и начинаем отжиматься вниз и вверх. Да, очень хорошо. Более сложный вариант этого упражнения, когда ноги прямые или даже на возвышении. Но мы начнем с самого простого варианта и вот так вот сделаем 3 подхода по 10-15 раз. Спина прямая, заметьте. И очень важно, тазобедренный сустав не должен далеко отходить от скамейки. Вот выведи вперед таз. То есть отклони, да, вот так ноги отжимаются. Это неправильно, это легче. И трицепс работает меньше. Так сложнее, согласись. Да. Чувствуешь? Все, мы можем приходить к следующему упражнению. Сегодня в нашем зале новые звезды, это Юрий и Ольга. Скажите, пожалуйста, вы готовы улучшить свою талию? Да, готова. Тогда нам нужно сделать упражнение довольно редкое и очень простое. Значит, смотри, упражнение это раньше делали борцы с диском. Они брали диск от штанги и вот так вращались. Тут то же самое. Мы ноги ставим широко, чуть сгибаем. В руках держим гантельку, руки чуть согнуты и напряжены. И делая выдохи, а ты не очень сильно, ты не должна максимально повернуться. Тут смысл восстановки. То есть я когда поворачиваюсь, я создаю инерцию и в конце останавливаю. Мы делаем 30 поворотов влево-вправо. Стоп. Потом начинаем делать наклоны. Одну руку за голову. И наклоняемся вправо и влево. Давай. Одну вправо, влево. Вправо, влево. Делаем так 15 раз. Потом меняем руку. Другую руку за голову. Вправо, влево. И еще так делаем 15 раз. То есть запоминаем. 30 поворотов.
Я довольно приятно чувствую массаж живота. 30. 15 наклонов вправо-влево. И вправо и влево с гантелей в правой руке. И в левой руке 15 наклонов. И удовольствие огромное. Вы почувствуете такой массаж косых мышц живота. Спина чувствуется. И разминку спины потрясающую, чтобы закончить эту тренировку с невероятным наслаждением. Ну что, Оля, ты впервые позанималась со мной спортом в домашних условиях. Как твои впечатления? Ну, несмотря на то, что кажется с первого взгляда, что, в принципе, довольно легкие упражнения, они очень эффективные, ну, на мой взгляд. Я думаю, что вам тоже так покажется. Во-вторых, это прекрасная возможность для тех, кто скоро хочет стать мамой, либо уже стал мамой, да, и у кого нет возможности пойти в спортзал заниматься, то дома это шикарнейшая возможность. Еще знаешь, многие имеют лишний вес, или на самом деле у них с внешностью это все в порядке, но у них комплекс, что что-то со мной не так. И чтобы начать, получить уверенность в себе и пойти в зал. Да, некоторые стесняются. Или, допустим, откладываешь зал, потому что нет денег на абонемент, нет денег там купить спортивную форму. Так зачем откладывать? Начинаешь дома, и уже не получается откладывать. Да. Приходится смотреть правде в глаза, что заниматься нужно 3 раза в неделю регулярно. Ни одну тренировку вы не должны пропустить. Вы должны вовремя переходить на следующий уровень программы для девушек. Вас ждет 4-й уровень. И симпатичнейшие, спортивнейшие девушки будут приходить, и мы будем в домашних условиях показывать вам все более эффективные упражнения и комплексы тренировок. Ведь упражнения сами по себе ничего не дают, если они не упакованы в комплекс тренировок, который подходит именно для вас, именно в данный момент. Это очень важно. Это был комплекс номер 3. Для кого-то он идеально подходит, для кого-то слишком простой, для кого-то уже слишком сложный и травмоопасный. Поэтому постепенно переходите от одного комплекса к другому. В описании к видео есть ссылка на сайт, где можно найти все уровни программ для девушек, чтобы начать с нуля и дойти до самого высокого уровня, как вот, допустим, у Оли, да? До самого высокого я стремлюсь. Вот, мы оба считаем, что нам еще работать и работать, хотя мы уже много программ поменяли. И также считайте его, это залог успеха. Всегда быть недовольным собой, но в меру, да? В то же время и любить себя. Любите себя, любите друг друга. Подписывайтесь на наш канал. И если вам захочется, чтобы я подобрал комплекс упражнений, который идеально подходит точно именно для вас, то ссылка на тренировки по скайпу в описании к видео. Пока! Пока!